финале Кубка России по пляжному футболу сошлись волгоградская команда «Ротор» и московский «Локомотив». В решающем поединке волгоградцы все время вели в счете. Железнодорожники догоняли, но гол Дмитрия Шишина, забитый на 33-й минуте, оказался победным. Со счетом 5-3 «Ротор» переиграл москвичей. Церемония награждения призеров женского чемпионата России Кубка России среди мужских команд приняли участие генеральный директор Российского футбольного союза Александр Алаев, председатель комитета пляжного футбола РФС Сергей Анохин, главный тренер сборной России Михаил Лихачев. Победу в женском чемпионате России, где спор за медали в Анапе вели 6 команд, одержал Краснодарский Олимпик. В серебряные и бронзовые призеры попали 2 клуба из Санкт-Петербурга – Нева-Сити и Кристалл. Триумфальное завершение сезона мужская команда «Ротор» из Волгограда отпраздновала на песке Анапы под брызги шампанского.